А скажи, пожалуйста, ты домой уже принес зелень? Я еще маленький, не работаю, так что зеленью пока туговато. Ну, главное стремление и желание, тебе хочу сказать. Ну, вообще-то я имела в виду настоящую зелень, то есть ветки, цветы, ведь завтра большой православный праздник, Троица. И мы украшаем свой дом цветами, букетами зелеными. Спасибо, что напомнила. Обязательно соберу букет и вместе с мамой украсим квартиру. Ну, а наш праздник красок украшает старшая детская группа Хабиби Каджараре. Только под ваши аплодисменты. Hamne kali jaar kadiya,
Спасибо, Саша, детка, как ты.